Всем привет! Я у меня сегодня настроение, видимо, сильно хорошее. Я не знаю, что. Да потому что я флеш бахнул с утра. Опа, это не реклама. Так, у нас с вами сейчас на экранах, знаете что? SCP-6 6070 700, что, блядь, 6781. Да. Ну, это опять, ой-ой-ой, несуществующий SCP, да, якобы, который существует, но он опять находится только на itch.io, где, кстати, я недавно выложил свою первую игру. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, да? Интересно, да? А я вот даже ссылку в описании оставлю, даже две, на эту игру и на свою, а? Как он такой ход? Мастерский, а? Не, моя игра говно так-то, потому что я ее сделал за 24 часа и все, и... Привет. Так, игра страшная должна быть, и вроде как. Я ее просто сейчас нашел, ну если опять говно, ну извините. Я пытаюсь что-то найти уникальное, но не говно, но иногда получается очень плохо. Так, у нас есть... Ой, извиняюсь, документы. Ой, как холодно. Какой-то SCP-6187 бесконечный, как перевел мне Google, шахтный вал. Чего? Короче, Security Евклида, этот левел Евклида, мы знаем, что Евклиды это такие, типа, пока ты им в щи не пропишешь, типа, они не будут тебя атаковать. Ну, если по-простому объяснять, то, в принципе, будет именно так. Вот. А давайте я не буду это читать, я вам просто расскажу, что это бесконечная шахта, в которую спускались несколько человек и видели там какое-то существо с красными глазами. Типа, они утверждали, что вот этот SCP, который вот это вот, это просто бесконечная шахта, но, типа, вообще, да, бесконечная шахта. И в нем обитает существо с красными светящимися глазами. Но оно одного из них не атаковало, а второго, который был полицейским, типа, атаковало. И в итоге они сообразили, что... А, еще вроде кто-то спускался. В общем, они сообразили, что на это существо лучше не светить фонариком, иначе оно атакует. И, в общем, советуют для... Частоты эксперимента ходить с выключенным фонариком по бесконечной шахте для изучения. Короче, понятно. Ну что, давайте начнем, а то уже долго что-то. Кстати, можно выключить фонарик? Ладно, допустим. Короче, там есть открытый код, по всей видимости. И там есть экзешник другой немного. И он сразу начинает игру но без вот этой стенки, короче, я немного не понял, что это, надо будет посмотреть. Камера здесь слишком сглаженная. Это немного странно. Ощущается, типа, я двигаю мышкой, и оно двигается только через миллиард лет, и то с замедлением таким странным. Страшные звуки, блять, мне уже сыкотно. Это за фонарик считается к 100? Не уверен. Я слышу, чё, блядь? Ой, уже хороший хоррор мне нравится. Меня пугает все. Буквально все. Я даже вот разговаривать так сильно не могу, как обычно. Потому что уже сразу какие-то звуки непонятные. Ебыш, на меня что-то выскочит. Если опять будут чьи-то шаги помимо моих, я тут обосрусь прямо.
Прямо здесь. Прямо здесь и сейчас. Да. Вот вернусь в прошлое, я обосрусь. Вот. Поменим мы слово. Ой-ой-ой. Так, чё я это... А! Не знаю, кстати, надо посмотреть, что это за игра. Ну, в смысле, страница этой игры. И может, она была сделана какому-то джему. Будет интересно посмотреть, кто еще что-то сделал по этому поводу. Потому что я, извините, уже инди-разработчик. Жестко, да? А, блядь! Беги нахуй! Ой, я испугался, там опять звуки жопы, звуки задницы, блядь. Теперь вы видите, как я боюсь просто обычных звуков ходьбы, кроме моих шагов. Это слишком жестко. Лишь бы не обосраться. Чё, конец? Нет. Нет, не может быть, не может быть, не может быть. Чё, всё? Конец? Я не хочу умирать. А, нет. Ну, в смысле, я хочу умирать, но не хочу пугаться. Можно как-то так устроить? Я, блядь, во снах очень сильно боюсь не то, что я умру, а то, что я испугаюсь. Так, подождите. Может, можно как-то активировать? Камни какие-то, блядь, руны, я не знаю. Ну, все, прямиком в ад, нахуй. Татарам салам, остальным соболезнуем, так сказать. Какие громкие шаги, меня это так стремает вечно. Ой-ой-ой. Сердце мое не железное, я, блядь, нет, я, нет, я. В хорроры играть обожаю, я не знаю, почему так. Многосерий, кстати, вопрос к вам, да, конкретно к тебе, ты, кто смотрит. Угу. Зрители. Да, блин, почему многосерийки не смотрим, а? Беги, блять. Ну я просто даже ничего говорить не буду. Просто беги нахуй отсюда. Ой, все. Не, блять. Кончился я уже 500 лет. Осталось до конца добежать и сообщить, что, блядь, так она не бесконечная. Интересная игра, кстати, очень даже неплохая. Я, пожалуй, даже автору рейтинг поставлю 5 звездочек. Я обычно ставлю либо 5 звездочек, либо ничего не ставлю. Ну, то есть, зачем портить статистику человеку? Не, блядь, я вас не призываю, типа, у каждого свое мнение, и вы должны его придерживаться, потому что это вы индивидуальны. Блядь, я просто говорю, как я делаю, это, типа, интересный факт или что-нибудь такое, ну, вы поняли. Так, ладно, я хотя бы иду правильно, типа, если что-то произошло с моей жопой, то, типа, значит, я иду правильно. Мы же можем бежать, кстати. Так, я, по-моему, начал видеть конец. Блять, какой-то большой конец, на который меня сейчас посадят, нахуй. Кукан. Вижу. И чё за бред? А, о.
Если игра выключится, я не виноват. О, сразу дисклеймер. Отказ от ответственности. New один Doom. Чего? Один Doom. Вау. Кого, блядь, ты мне открыл? Один Doom. Один Doom. Пойду погуглю, что это. Ладно, всем спасибо за просмотр. Сейчас приду, может быть, а может не приду. Если это что-то полезное, типа, я приду. Если это что-то бесполезное, я не приду. Все. Всем спасибо за просмотр. Статистика канала растет. За это вам огромное спасибо. Я чувствую, что я не настолько бесполезен, насколько о себе думал до этого. Это очень мне помогает. Спасибо, блять. Ну, типа, я не знаю, у меня. Я уже это. На этих хоррорах у меня уже нервная система. Все и плохо, я поэтому ругаюсь через каждое слово. Я действительно благодарен всем, кто как-то помогает теплым словом в комментариях или десяткам просмотров. В общем, да. Это мотивирует, как бы. Вот и ролики начали выходить каждый день. Если они не будут выходить каждый день, это не означает, что я забил, это означает, что у меня просто настроения нету, и видос будет скучный, если я его запишу в этом состоянии. Ой, блядь, видос уже долгий, наверное, его смотреть не будут. Ёбаный рот. Ладно, все, я пошел, всех обнимаю, всех целую, чмок, 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 всех пока. Всех пока, да.